Данное видео предоставлено сайтом onlinegdc.net. Unit 3, секция 8, упражнение 114. Think of the words having a common root. Придумайте слова, имеющие общий корень. Example. Friend – друг. Friendly – дружественный. Unfriendly – недружелюбно. Friendship – дружба. Friendless – одинокий. Help – помогать. Helpful – полезный. Helpful – услужливый. Helper – помощник. Helpless – беспомощный. Real – реальный. Realistic – реалистический. Realizable – осуществимый. Reality – действительность. Realist – реалист. Use – использовать. Useful – полезный. Useless – бесполезный. Use – пользователи. Uselessness – бесполезность. Create – создавать. Creativity – творчество, creation – создание, creator – создатель, creature – существо. Окей, упражнения выполнены. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.